центральный полузащитник атакующего плана, но как-то вот пока держится в тени. Но посмотрим, что принесет марокканцам эта контратака. Хорошая атака левым флангом. Все тот же Хаджи. Ну! Фоу! Ай да Хаджи! Мустафа Хаджи! А вы знаете, вот так в его характеристике написано. Он полузащитник, но правый крайний. А атака-то была левым флангом. Какой пас на ход. Кто ему там сделал эту передачу? Ну, наверное, метров на 40. Посмотрите, со своей половины поля, правой ногой, великолепно. Я не знаю, кто это сделал. Изумительная, просто филигранная передача, а здесь уже изумительная техника. Посмотрите, обыгрывает защитника и сходу бьет правым в нижнюю. Ах, молодчина. Это, вы знаете, в духе Рональдо, в духе Рональдо. Вот то, что творил сегодня Рональдо в матче с шотландцами. Потрясающе, потрясающе. Великолепный удар.